Так, ну что, ребятки, погнали. Погнали победоносную серию Battle Royale. Сейчас, как я вам обещал, буду выпускать выпуски только небольшие, там, где тупо будет интересный какой-то замес или забег. Сейчас мы попробуем наказать самое начало. Опять тактика, я бегу, сразу выбираю домик по пути. Ой-ой-ой. Не продумал, забежал в воду, сразу снизил. Тут уже чуть ли не метры считаешь в секунду, с какой скоростью двигаешься, потому что каждая секунда просто это дает твоим оппонентам шанс добежать до какого-то дома быстрее. Не совсем удачно. Я все-таки надеюсь, что все в одинаковом положении оказываются, я имею в виду, по расположению. И, в принципе, всем далеко бежать до куда-либо. А не то, что один появился где-то, я здесь, допустим, да, а кто-то аж вот здесь вот появился. Потому что это как бы как минимум нечестно было. Так, мне нужно оббежать вот этот водоем. Наверное, с этой стороны я бегу. Что влево уже далеко бежать. И ближайший дом появится. Ну, блин, офигенно, офигенно, конечно. Режим просто бомбезный. Реально совершенно другие ощущения. Все по-другому смотрится. Так, я надеюсь, там не РТ опять это злосчастный, потому что дома я не вижу. А, вон он. Нифига себе, там домяра. Так, а тут же вода мелкая. Да, можно вот так наперекол сразу бежать. Миленькая. Вот то-то домяра, так домяра. Там можно, конечно, конкретно зависнуть. Так, ладненько. Ой-ой-ой, это не тот домяра, блин. Все еще по карте не ориентируюсь. Я в левый бежал. Все-таки мне нужно более центральный занять. Не хочу большой дом сильно, потому что там очень много времени теряешь у меня. Хочу уже все-таки поближе к центру какой-то домик облутать. И чтобы у меня побольше было времени. Что-то реально, там сколько этажей? 5, наверное. Крайне большой дом. Я не могу понять, зачем наставили ящиков, вот эти они сбивают с толку, вот простые ящики, которые крафтятся. Если их нельзя лутать, нельзя них ничего положить, нафиг они их вообще понаставили. Если все равно весь лут выпадает именно вот с таких вот ящиков, которые не крафтятся. Ну, первый дом. Как ящик открыть, все заняты. Ну вот да, тоже люди сталкиваются с этим, то что все-таки не все ящики открываются. На это сразу не на... Ну, на них не на время. Блин, это РТ, что ли? Опять нет? Не, вроде дом. Отлично. Так, где цели? Где цели? Цели нет. Так, по звуку. Очень маленький дом. Ну, ящики стоят, значит... Значит, уже что-то интересное должно быть. Полусайт оставим, пускай время тратить. Это я почему оставляю? Потому что, чтобы люди тратили время на облутание. Зачем мне кому-то давать прям... Бля, куда это? А, о, так вот, да. Так, ну это такое себе. Блин, по привычке уже двигаюсь, уже вбил себе в голову, что надо двигаться, когда лутаешь. Это мы разряжаем, потому что патроны нужны. Это мы меняем. Все, отлично, да? Все, все. Домов. Ой, этих нету больше ящиков. Это все закрываем. Делает вид, что здесь никто не лазил. И сразу выбираем вот эту, допустим, цель. Этот перезаряжаем. Реально тут, блин, все надо учиться очень быстро и грамотно действовать. У меня, конечно, это не очень все хорошо получается, но нужно приучать себя. Штаны выкидываем лишнее. Так, в принципе, 14 патронов. Больше у нас ничего нет. Бегу правильно вот сюда. Сюда. Да, все как-то... Трудно немножко настроиться. Блин, мне вот реально на оружие не везет. Вот тестовый раз, когда я забегал, там я тут топ-1 занял. Мне там и калаши, и болты, что только не попадалось вообще. У меня куча патронов, там аптечек штук 10, наверное, было. Стакать нельзя было, они уже не помещались просто. Реально, так на лут везло. Я просто там с калаша всех выносил, хэдшоты ставил. А тут этот Томпсон, блин. С Томпсоном далеко не уедешь. Ну, холосайт можно было на него поставить, ну ладно. Глушитель не хочу, потому что он все-таки урон снижает. И так я все время с Томпсоном. Опа, а вот этот откатик был серьезный такой. Непонятно. Батл рояльчики. Да, можно вот так, такие видосики делать по одному забегу, реально, который вот топ-1 занимаешь. Что он каждый, мне кажется, будет интересный. Каждый по разным тактикам я хочу попробовать. Но вот тактика именно прорыву к центру, мне кажется, она самая крутая. Потому что ты в громадном преимуществе, видите, потому что я уже один раз поборолся с радиацией и не хочу еще раз. Она начинает так шпарить, но если где-то в каком-то доме я там что-то кого-то убил, задержался, пока облутал, там, пока туда-сюда. Бах, радиация, и я уже понимаю, что я не успеваю выбежать из зоны, она реально очень быстро движется. Так, вроде
все двери обязательно нужно за собой закрывать, дабы, чтобы вы как минимум услышали, если к вам кто-то... Так, что, куда тут? Если к вам кто-то куда-то будет бежать. Так, эти пока на всякий случай возьмем. Курточку оденем, броню оденем. Это оставим, пускай будет. Вот, видите, приходится разряжать все револьверы. Потому что патронов, как видите, пока что у меня не сильно много. Маска. Маска нафиг. Дробашек. Уже хорошо. Так, тут дофига. Вот этот дом большой. Тут, в принципе, можно не кисло так бежать. Хотя он с виду большой. А тут что-то... Это все занято. Не такое что-то много и лута. Ящик. А он одноэтажный, да? Почему на второй? Где на второй этаж вход? Я его что-то не заметил. Да, все пусто. Так, это уже выход на улицу, да? А, вот же на второй этаж. Так, ну, надежда на второй этаж. Так, что-то есть. Вот эти вот ящики не столько реально сбивают. Нафиг не столько ящиков нужно. Так, это я что-то... Жилет из костей. Вот его можно вместо... А, у меня жилет этот. Я думал, вместо перчаток что-то одеть. О, пуля. Пуля, это интересно. Пуля, это интересно. Сразу заряжаем пулю, естественно же. Все. Все? Все. Подождите, я что-то не пробегу? Да. Все, теперь бежим уже к центру, потому что уже пора смещаться. Где выход-то, блин? Оп. Дверку закрываем. Заряжаем томиган. Вот видите, сколько я времени провозился. Так, эта цистерна, мне она не нужна. Я уже ошибку второй раз делать не хочу. Провозился сколько, блин, а толку никакого вообще. И уже очень сильно сузилась зона сильно сузилась. Так, это цистерна, вот это вот она. Мне она нафиг нужна. Весь замес происходит возле вот этого дома, вот большого, где меня только в прошлый раз убили. И центр вот тут вот становится где-то. Этот дом вряд ли я уже успею, блин, залутать, там по-любому уже люди есть. Ну, тут видите, еще роляет, с какой стороны вы окажетесь. Потому что есть дома прям реальные крутые на лут, но вот как-то в прошлый раз же мне повезло же. Я имею в виду в тестовом, который я не заснял. Там мне тупо одни калаши, 5.56 попадалось, все вообще, весь набор. А тут же вообще ничего не попадается. Так, ну вот такие вот ящики, кстати, полезные, но не в этот раз. Вон тут домик. А, тут ангар, это вообще ангары. 19 человек еще живых. Опа, вот это интересно. Вот это интересно, сейчас надо будет принять. Он даже в бочину не смотрит, смотрите. Так, а с чего принять? Ну, 6 мегана, наверное. Надо только. Блин, у него что там? О, сейчас можно будет принять. Можно будет принять. Можно. Есть контакт. Вон дом, вон дом, вон дом, вон дом, вон дом. Ой, все, пульс начинает работать. Течка, отлично. Томи, отлично. О, Балтевич. Точнее, блин, это не Балтевич, это фигня. Так, вот теперь в дом. Так, по пути разрядить, выкинуть. Этот разрядить, выкинуть. Этот разрядить, выкинуть. Вот это вот пушечка. Ну, вы поняли, да, какая-то пушечка новенькая. Ну, ради болта такая. Смена болту пойдет. На смену болту. Так, вот этот дом похож на незалутанный, в принципе. Куча ящиков. Ящики тоже важны, потому что реально в них крутой лут попадается иногда. Смотрите, сколько ящиков. Разрядить. Ох, у меня самолет пролетел, ребятки. Это шум от самолета. Разлетались у меня самолеты, поэтому не обращайте внимания. О, хочется же дыхание зарядить. Ой, так что, ну, у меня нормально, нормально. Во. Блин, выкинул бинт, ну ладно, хрен с ним. Так, вот этот домик залутаю, да? И все, мне надо уже будет бежать в центр быстрее, очень быстро, очень быстро. Блин, нифига мне там самолет долго летит. Ребят, извините за шум. Вот такое себе. Так, мне в основном аптечка нужна. Вот, аптечки, да, побольше. Ладно, бинт вдруг, последний как раз бинт не хватит. Так, двигайся. Застопаривайся.
Нихуя себе. Так, ну хоть еще одну аптечечку дайте. Сейчас уже радиация, радиэйшн кто-то попрет, блин. Патрончики, патрончики тоже нужны. Оп, разряжаем. Вот, бинты. Вот это хорошо. Нифига нету, нифига нету, да? Сверху ничего нету. Так, уже пора сваливать. Я уже чувствую, что пора сваливать. По мне стреляют? Ой-ой-ой, радиация уже пошла. Куда бежать? Я не туда бегу. Я не туда бегу. Боже мой, я все не добегу. Аптечки есть? Аптечки, аптечка, аптечка. Все, нафиг. Патроны не буду брать. Вот сейчас вот борьба с радиацией тупо попрет, блин. Бинт, бинт, аптечка. Ай-яй-яй. Вот это самое обидное, когда тебя радиация убивает. Там уже зона такая минимальная вообще. Весь кипиш там уже весь происходит. Тупо на шприцах только. Когда радиация, можно выжить тупо на шприцах, реально. Так, у меня пока бинты есть, буду бинты использовать. Все равно их надо использовать. Хоть как-то хпшечку поднять. А потом тупо на двух шприцах еще, ну, хп 40 подыму, наверное. Потому что аптечка не справляется с радиацией. Ну, то есть она ж не будет справляться никак. Она не снимает ее ни при каких обстоятельствах. Он меня видит или нет? Хорош! Хорош! Ой, хорош! Ой, хорош! Не хочу, не хочу его лутать. Лучше выжить. Лучше выжить. У него по-любому были аптечки. Но аптечка не справляется, нифига, она на грани, он держится. Так, куда мне бежать-то? Там зона вообще минимальная. Ой-ой-ой-ой-ой, там кипиш-кипиш пошел. Так, на последней аптечке. Ой, сейчас меня застигнет. Нет, не застигнет. О, радиация, выбежал вроде с радиации. Какой-то хрен. Ой, зачем я спустился? Ой, хорош. Пуля, конечно, тащит конкретно. Сколько людей осталось? Не пишет нифига. Вон там еще пару человек. Это последняя зона, все, тут радиации нет. Вот это на грани, конечно. Это на грани, но тут выстегнуть его. Так, радиация не снижается. Сколько человек осталось? Блин! Не очень стрёмно. Аэр падает. На меня, что ли? Где тень? А, не, бля. Остался. А, вон он, вон он, вон он, вон. Так, а давайте попробуем вот эту штучку. Чё же я это не использую? Она же как болт работает. Вроде как. Опа. Начало-то был. Она, правда, дамажит не сильно, мне говорили уже. Я не хочу доминирующую высоту подбирать. Так, ну я в центре, да? Да, в центре все. Не хочу доминирующую высоту потерять. Так, вот тут чувак, он выжил или нет, который под низом постоянно бегал? Видите, кроме болта, точнее, у меня вместо болта только вот эта винтовочка есть. И все. Дробаш не хочу убирать, потому что все-таки он нормально дамажит, как ни крути. Реально, у меня такое ощущение, что лучше вообще на дробаш переключиться. Он вроде и точно бьет. Но он хоть убойнее, чем вот эта винтовочка. Кто-то бежит или что? Вот за этим камнем сколько человек, не могу понять. Реально не могу понять, сколько человек за этим камнем. Что, идти в фраж? О! Хорошая тема. Главное, чтобы ему инфу сейчас не сливали. Потому что... Болт. Калаш есть? Калаш, отлично. Зажигалочки. Болт.
Так, вот теперь вместо винтовочки можно подобрать калашик. Ай-яй-яй-яй-яй, да иди ты нахер! Да козлина ты, фанатик. Ай-яй-яй. Ну это было близко. А, все, конец, да, мы вдвоем остались. Все, ребятки, вот такой вот замес, ну топ-2, ничего не сделаешь. Ничего не сделаешь, блин, подловил меня на перезарядке, я начал этого лутать, блин, и нормально не перезарядил калаш. Ладно, напишем ему. Напишем ему, все, ребятки, вот такие вот замесы будут. Ну вот этот мне замес понравился. Все, с вами был Флэш, увидимся.